Числа m и n натуральные, причем больше единицы. Докажем, что если m квадрат n квадрат минус 4m плюс 4n квадрат, то m обязательно равно n. Смотрите, что значит, что числа не равны? Значит, либо m меньше, чем n, либо m больше, чем n. Пусть сначала m меньше, чем n. В таком случае число a, вот это вот наше, заключено между двумя квадратами. Почему? Потому что m меньше, чем n, значит, вот это положительная величина, значит, a больше, чем m квадрат, n квадрат. Но если вы посмотрите на квадрат вот такого числа, вы обнаружите, что это m квадрат, n квадрат плюс 4mn, что, конечно, больше, чем 4n, и еще плюс 4. Поэтому, конечно, вот этот квадрат больше, чем a. Это соседние квадраты, значит, обязательно, если а между ними, а это просто mn плюс 1, да, вот они, через 1, значит, а это mn плюс 1 в квадрате. Получаем такое равенство, а здесь все просто. Если вы зачеркнете m квадрат n квадрат в обеих частях и перенесете 4m направо, то получится, что 4n это 2mn плюс 1 плюс 4m. M, как помните, было больше единицы, значит, это, по крайней мере, m двойка, это, по крайней мере, 4n, вот это больше, чем 4n, а там 4n. 4n не может быть больше, чем 4n. Чтобы разобрать второй случай, когда m больше n, домножим на n квадрат. Смотрите, тогда у нас число a меньше, чем m квадрат n квадрат, потому что вычитается больше, чем прибавляется. И когда мы домножили на n квадрат, получили вот такое выражение, то есть mn квадрат минус 2 в квадрате плюс 4n куб, это вот это 4n куб, минус 4. Замечательно. Значит, число an квадрат оказалось заключено опять между двумя квадратами. Значит, поскольку между этими числами расстояние числом mn квадрат минус 2 и числом mn квадрат расстояние двойка, значит, an квадрат это должен быть квадрат числа mn квадрат минус 1. Но вот это число делится на n, и это делится на n. N больше единицы, не бывает, чтобы соседние квадраты делились бы на число больше единицы. Опять получили противоречие. Задача решена.